В Инстаграме набирает популярность челлендж, в рамках которого пользователи должны опубликовать свое фото сейчас и 10 лет назад. Не побоялись показать свои старые снимки и знаменитости. А перед началом видео просим вас поддержать нас и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, поехали? Американский режиссер Кевин Смит поделился кадром десятилетней давности. Пользователи отметили, что сегодня он выглядит в разы лучше. Судя по фото тогда и сейчас, которыми поделилась всемирно известная певица Мадонна, в ее внешности за 10 лет мало что изменилось. «Вы заключили договор с дьяволом?» – пошутил один из пользователей в комментариях. После того, как в сеть попало фото певицы Ники Минаж, пользователи отметили, что она ничуть не постарела за это время. Хейтеры связали это с тем, что звезда легла под нож. Свой снимок с хэштегом челленджа опубликовала и актриса Кейт Бекинсейл. Один из поклонников под постом отметил, что Бекинсейл, как хорошее вино, с годами становится только лучше. Восхищение вызвали и старые фото Дженнифер Лопес. 10 лет назад звезда была беременна двойняшками – сыном Максом и дочерью Эми, однако, судя по свежим кадрам, смогла вернуться в форму. Участвует в челлендже и американская звезда Элизабет Бэнкс. Подписчики заметили, что она всегда прекрасно выглядит. А вы уже приняли участие в челлендже? На этом все. Спасибо, что досмотрели. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх, а также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Обещаем, будет интересно!